Врачи областного научно-исследовательского клинического института детства уже не первый раз Щелково. Здесь их всегда ждут. Ведь работа десанта детских врачей здорово облегчает жизнь не только маленьких пациентов, но и их родителей. Мобильный комплекс оборудован современной экспресс-лабораторией. В его состав также входят 3 кабинета, которые легко адаптируются под прием врача любой специализации. Также комплекс оснащен аппаратурой для проведения УЗИ и функциональной диагностики. Объездили очень много городов, более 50 вообще, это во всей Московской области. Уже люди приходят, ну, которые у нас наблюдаются и повторно, и есть те, кто постоянно нас посещает. Особенно это актуально, ну, дальние города Подмосковья, которые не могут или просто нет возможности им, ну, по каким-то причинам приехать. Там маленькие дети, транспортная, там, плохая доступность в Москву или в Мытищи. Поэтому мы к ним приезжаем и уже оказываем такую вот диагностическую помощь. Подобные выезды специалистов помогают отслеживать состояние здоровья детей, вовремя обнаружить заболевания и начать своевременное лечение. Заметить отклонение на ранней стадии возможно благодаря диспансеризации. Диспансерный осмотр. Ну, у детей точно, у взрослых там в малом формате проходит. У детей можно выявить многие уже патологии в начальной стадии, то есть еще когда не развилась хроническая болезнь. Кроме того, предупредить болезни помогут правильный режим дня и питание. Я как кардиолог прошу соблюдать 3 важных пункта, чтобы исключить какие-то возрастные жалобы, нарушения ритма, проблемы с давлением. Да? То есть первое – это сон регулярный, хороший для подростков, желательно до 10 часов вечера на постоянной основе. Второе – рациональное, хорошее питание. Завтрак, обед, ужин должны быть всегда. И третье – это достаточная тренировочная физическая нагрузка. Записаться на прием можно через участкового педиатра при наличии медицинских показаний. С начала года специалисты института осмотрели около 4500 детей в регионе, из которых более 200 направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства для более детального обследования. Евгения Корытько, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.